Глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемые члены Президиума, я рад приветствовать вас на Конгрессе Российского общества по эндоурологии и новым технологиям. Сегодня мы работаем в необычном формате, и в отличие от стандарта, когда я представляю нашу продукцию очно в конференц-зале, сегодня я представлю нашу продукцию в формате онлайн, и надеюсь, что вы сможете найти ту продукцию, которая будет вам полезна в вашей практической деятельности, которая поможет вам более эффективно лечить ваших пациентов, достигать лучших клинических результатов. Итак, приступим. Сегодня мы проводим презентацию из интегрированной операционной OR1. Я хочу представить то оборудование, которое у нас установлено в операционной, и какие возможности есть у этой операционной. Нашей видеосистемой сегодня выступает ImageBoness видеосистема, которая представлена в полной комплектации, основной блок, блок четырехмерной визуализации, трехмерной визуализации и визуализации для гибких эндоскопов. Вы можете конфигурировать систему в соответствии с вашими потребностями, таким образом получать только то, что вам необходимо. Изображение 4К выводится на мониторы 31,5 дюйм, 4К 3D монитор и на 4К монитор 58 дюймов, который предназначен для использования в операционных относительно большой площади. Здесь также у нас представлен источник света 300 Вт светодиодный, очень тихий, очень энергоэффективный. Инсуфлятор с производительностью 50 литров в минуту и с подогревом газа. Таким образом, у вас никогда не происходит спадение брюшной полости, и вы все время обладаете качественным изображением, свободным от дыма и свободным от запотевания. Здесь у нас представлена эндоскопическая помпа HAMO Endomat. Она не предназначена для использования в урологии, но в ближайшее время у нас выйдет на рынок система Endomat Select, где будет режим для эндоурологии. И на нижней полке мы видим электрокоагулятор Autocon 3400, который особенно хорош для трансуретральной резекции гиперплазии предстательной железы и опухоли мочевого пузыря. Говоря о возможностях OR1, я хочу показать наш управляющий монитор. Этот монитор может быть закрыт стерильным покрытием, и мы можем управлять из стерильной зоны всеми функциями OR1. Сейчас здесь выведен наш логотип, но также сюда можно вывести любое изображение или видео, которое имеет отношение к нашей хирургии. То есть мы можем прямо из стерильной зоны посмотреть снимки, посмотреть какие-то КТ или МРТ изображения для того, чтобы убедиться, что наша лечебная тактика верна. Из этой системы можем, например, управлять освещением в операционной. Мы можем включить свет, выключить свет, то есть для этого нам не нужна помощь наших ассистентов. Также мы можем управлять различными опциями маршрутизации, то есть мы можем от источников на приемники сигнала переносить сигнал, как нам удобно, например, с эндоскопической камеры на монитор в операционной, на монитор в конференц-зале или даже на видеоконференцию. Возможности видеоконференции представлены здесь. Также мы можем переключиться на систему записи AIDA. Здесь мы можем сохранять кадры, последовательности, монтировать видео. То есть все эти возможности доступны из стерильной зоны и, конечно, после операции уже в кабинете. Я хочу представить вам пару решений для цистоскопии гибкой, которые есть у компании Karl Storz. Во-первых, это решение для портативной гибкой цистоскопии. Это портативный монитор 7 дюймов, который имеет встроенный аккумулятор, очень небольшой вес, его легко переносить с собой в маленьком чемодане. К нему подключается вот такой цистоскоп, который также очень легкий, очень компактный, связан с системой визуализации только одним кабелем. И за счет этого, поскольку он располагается коаксиально, то вы можете использовать его, если вы правша, и если вы левша, вам не будет мешать кабель. Инструмент активно отклоняется на 210 градусов вверх и на 140 градусов вниз. Таким образом, вы можете полноценно осмотреть полость мочевого пузыря, ничего не пропустив. У него есть рабочий канал, который позволяет использовать инструменты до 6 шарьер. И это действительно очень качественный продукт. Тем не менее, качество изображения, оно достаточно базовое, оно достаточное для выполнения основных процедур, но для экспертной цистоскопии мы предлагаем другой продукт, и я сейчас вам о нем также расскажу. Для экспертных решений, для диагностики в онкологии, для диагностики опухоли мочевого пузыря мы представляем видеоцистоскоп HD-View, который подключается к большой видеосистеме ImageOneS и позволяет получить максимально качественное изображение формата HD и использовать S-технологии, которые позволяют получить больше информации о новообразовании и его границах. Цистоскоп представляет из себя очень легкий, очень эргономичный инструмент, также порядка 16 шарьер вводимая часть, отклонение дистального конца на 140 градусов вниз и на 200 градусов вверх.
встроенное светодиодное освещение и некоторые особенности дополнительные. Во-первых, это съемный адаптер инструментального канала, что очень здорово для гигиенической обработки, потому что это позволяет адаптер отдельно автоклавировать и достичь максимальной его частоты. Также у нас есть аспирационный клапан, который позволяет удалять содержимое мочевого пузыря быстро с помощью аспиратора, если необходимо, например, отмыть полость от каких-то сгустков или примеси крови. Инструмент предназначен для использования как правшами, так и левшами. При этом аспирационный клапан также может переставляться слева направо, то есть мы можем использовать его в этом положении, и тогда левше также будет удобно. Если говорить о возможностях визуализации этого инструмента, то обратите внимание на экран. Вы видите, какую картинку он обеспечивает, то есть это действительно качественная, с высоким разрешением картинка. Я еще дополнительно покажу ткань, как он показывает. То есть здесь видно четкую, очень тонкую структуру ткани и некоторые дополнительные возможности, в том числе S-технологии я хотел бы показать на этом инструменте. Например, режим Clara позволяет выровнять изображение по яркости. То есть вы можете обратить внимание, что здесь есть некоторые темные участки, здесь стало абсолютно светло. Режим Chroma позволяет усилить рисунок. Режим спектра А и спектра Б предназначены для визуализации опухоли мочевого пузыря и позволяют лучше визуализировать опухоль, лучше визуализировать сосудистый рисунок и четче увидеть границы новообразования. Для лечения трансуретрального компания Karl Storz предлагает линейку решений. Это как стандартные резектоскопы, так и различные варианты тубусов, обтураторов, оптик и рабочих элементов, которые вы можете выбрать, активные, пассивные, лазерные, все это возможно. Это привычный для многих инструмент, который обладает привычными свойствами и широким набором электродов, о которых я скажу чуть позже. Вы можете использовать биполярную концепцию, вы можете использовать монополярную концепцию, вы можете применять лазерные рабочие элементы по кунсу или разборные нового образца. Любые решения доступны, и все они соответствуют клиническим рекомендациям Европейской ассоциации урологов. Для лечения гиперплазии предстательной железы компания Karl Storz предлагает все методы лечения в соответствии с клиническими рекомендациями Европейской ассоциации урологов, которые сейчас адаптированы в российские клинические рекомендации. Для лечения гиперплазии предстательной железы малого объема мы предлагаем трансуретральную инцизию и специальный электрод ножевой для инцизии. Для лечения гиперплазии предстательной железы среднего объема мы предлагаем стандартные петлевые электроды большого размера. И для гиперплазии предстательной железы большого объема мы предлагаем специальный электрод для трансуретральной нуклеации, электрод по Херману, который также представлен на кадре. Для лечения опухоли мочевого пузыря мы также предлагаем специальные петлевые электроды для резектоскопов Karl Storz. Эти электроды имеют уменьшенную толщину проволоки, за счет чего достигаются лучше режущие свойства, более тонкие срезы, что важно для резекции мочевого пузыря. Кроме того, у нас есть электроды специальной формы, электроды, отклоненные вперед, и электроды квадратной формы, которые позволяют более прецизионно обрабатывать основание опухоли и получать более качественные гистологические срезы для последующей верификации диагноза мышечно-инвазивного или мышечно-неинвазивного рака. Еще несколько слов я хочу сказать о том, каким образом продукты Karl Storz позволяют решать вопросы лечения мочекаменной болезни. Я остановлюсь на нескольких ключевых продуктах, которые мне представляются важными и полезными для решения этой задачи. Например, мы представляем линейку ригидных уретеррененоскопов, и сейчас в руках у меня уретеррененоскоп размером 7 шарьер, который соответствует новым российским клиническим рекомендациям, где содержится рекомендация о том, что ригидные уретеррененоскопы должны быть менее 8 шарьер размером, что позволяет предотвратить осложнения при введении уретеррененоскопа. При этом наш уретеррененоскоп имеет рабочий канал для инструментов до 4 шарьер, что позволяет решать большинство задач, а с распространением лазерных литотрипторов действительно все задачи решаемы. Это очень удобный в работе, долговечный инструмент. Я думаю, многие с ним знакомы. И я надеюсь, многие перейдут с инструментов размером 9,5 шарьер на более рутинное применение инструментов 8 шарьер, которые действительно представляют большую пользу для пациента. Другой инструмент, о котором я хочу сказать, это мини-нефроскоп. Нефроскоп размера M
который вышел первый на рынок еще в 2012 году, нефроскоп по Нагеле. Большинство из вас, я думаю, знакомы с этим инструментом, встречались, либо видели, как им работают, либо работали сами. Инструмент имеет размер 12 шарьер с рабочим каналом 6 шарьер, что позволяет использовать любые литотриптеры, включая пневматический, ультразвуковой и лазерный. Инструмент проводится по тубусу, который имеет стандартно, мы предлагаем размер 17,5 шарьер, потому что мы считаем, что он лучше всего решает клинические задачи. Тубус устанавливается по одношаговому дилататору. Таким образом, вам не нужно использовать телескопические бужи, вы экономите время и вы сокращаете продолжительность операции. Сочетание этого тубуса и этого нефроскопа позволяет вам использовать эффекты вакуумной литоэкстракции, то есть извлекать камни из полости чашно-лоханочной системы без применения вспомогательных инструментов в большинстве случаев и таким образом экономить время и экономить стоимость вспомогательных инструментов. Дополнительно я хочу остановиться на инструменте, который позволяет выполнять ретроградную интрарениальную хирургию. И сегодня вы также будете видеть демонстрацию использования этого инструмента в руках у одного из хирургов. Инструмент имеет угол отклонения на 270 градусов в обе стороны. При этом угол отклонения практически полностью сохраняется при применении вспомогательных инструментов, например, лазерных волокон размером 200-230 микрон. Этот инструмент очень удобный, очень легкий, связан с видеосистемой, опять же, легким кабелем. Таким образом, хирург не устает при применении этого инструмента. И этот инструмент имеет также вставку на конце рабочего канала, которая позволяет защитить рабочий канал от повреждения лазерным излучением. Инструмент имеет очень хороший торк, то есть он хорошо передает вращение рукоятки на дистальный конец эндоскопа, и это упрощает доступ в сложные чашечки. При этом инструмент всего 8,5 шарьер, что также упрощает его введение и позволяет проникать в чашечки, которые имеют узкие входы в чашечки. И очень эргономичная, она имеет три кнопки управляющих, которые позволяют получить доступ ко всем функциям видеокамеры. Рабочий канал имеет размер 3,6 шарьер и предназначен для применения инструментов до 3 шарьер. При этом, ну, естественно, все мы понимаем, что применение большего инструмента приводит к ухудшению ирригации. Я также хочу обратить внимание на некоторые особенности инструмента Image One S и видеоэндоскопа Flex XC, нашего видеоротерианоскопа. Вы можете обратить внимание, какое качественное изображение обеспечивает этот инструмент, насколько хорошо различимы детали. Здесь также возможно применение S-технологии для того, чтобы лучше различать детали опухоли или ее краев на эндоскопическом изображении. Уважаемые коллеги, сегодня я представил вам некоторые образцы продукции Karl Storz. Это лишь малая толика того, что компания производит, и это, может быть, те продукты, которые мне представляются интересными. Вы всегда можете получить консультацию у наших региональных представителей, у меня. Вы можете получить дружеский совет о том, какое оборудование вам выбрать, которое в наилучшей степени будет решать те клинические задачи, которые перед вами стоят. Я буду рад вас видеть всех очно в ближайшее время, надеюсь, в ближайшее время. А сегодня я благодарю вас за внимание.